Вот так полоски одна оранжевая, одна синяя, да? Нет, да? Так не надо. Это вот это, мама. Все, одним цветом делать. Ага. Хорошо. Ой, а что это он такой коричневый? О, ну ладно. Типа зажаристый стаканчик. Да, поджарили. Это же как раз я люблю такие. А это у меня с мятой крем. Видишь, мятный, зелененький. А у тебя что? Песок? Песок какого цвета, Оливия? Желтый. Сильно устала? Ну, мячик и все. Давай. Потому что, смотри, смотри. Оп. Видишь? Я вот так руками. И... Руки положила на стол, Оливия. Занято. На. Сейчас тут. Папа, сама... А ты обратишь внимание на маму? Она тебе говорила что-то, Оливия. На маму посмотришь. Перестань пальцы обсасывать. Фу. Ты уже взрослая девочка. Все. Я почти закончила, Оливия. А ты закончила? Нет. А мяч? Кто будет красить мяч? Папе разрешаешь? Ага. Ну, хорошо, давай папа покрасит. Чевелюй. Что ты сказала? Папа, чевели. Шевели булками, что ли? Папа, чевели. Это мальчик. Шевели. Папа, чевели. Шевели. Ок, мне так нравится это слово. Ага. Папина рука. Смотри, как не ручку ставят, а сначала ложат руку вот так на стол. Нет. Да, а потом ручка играется вот так, та-та-та-та-та-та-та. Потом берут и разворачивают руку и начинают нет, рисовать. Нет, я сама. А? Серьезно? Да. Клади ручку. Хорошо, клади ручку сначала. Вот, положила. Хорошо. Все равно всей рукой. Да. Я слышу, аж стол ходуном ходит. Оливия, ты так молотишь рукой, как будто Detroit Engine 15 литров. Тяжело, да, Оливия? Она красива. О, в этом. Вот, у тебя получилось, ты пальцами шевелишь. Получилось. Правда ж так легче? Угу. Вот. Вот. Опять всей рукой. Ну, иногда можно, как тебе удобно. О, пальцами, пальцами. Ну, так быстро. Видишь? Хочешь так сделать? Нет, надо вот так. Вот так. Нет, вот так надо. Молодец. Вот так. Молодец. Ты еще. Как? А там медленно надо. Медленно там. Медленно надо красиво. Нельзя выйти за край. А здесь-то можно размахнуться. Возле края идти, чтобы не попасть на другой цвет. А здесь можно быстро. Папа, ты... Смотри, надо вот так вдоль линии. Не вот так, Оливия. Если вот так, то я могу выйти на желтое. В таких местах узких, чтобы рука не дернулась далеко. Может, тут мало места для карандаша. Здесь надо медленно. Да, у тебя там маленькая деталь. Тебе нужно медленно. А медленно надо. Найти какой-нибудь красивый цвет. Ночью. Но, я уже этот. Разноцветный.
Ну, раз ты продолжила красить, я свое тоже. Почему кочки? Я говорю. О, ты себя в глаз стукнула, Лилия. Вот так не рой яму другому, сам в нее упадешь. Мама, надо вот так. Таращить глаза надо вот так сильно. Надо вот так, а чуть-чуть вот так. Прищуриться? Нет, надо как мистер Бин спички вставить. Вот так прищуриться? Нет. А как? Вот так. Закатать глаза вот так? Да. Да. Это же государственное, мне кажется, они нет. Долго не работают. А, FedEx это государство? Ну, Federal. Ну да. Куда? Всего два кусочка осталось от меча. Я сама делаю. Давай, я сфотографирую Катю. Окей. Как девочки раскрашивают мечи. Давай. Папа снимает, не бойся, не беспокойся. Опа! Опа! А! Гол! Папе гол забили. Давай, лови. Лови, Оливия. Гол! Нет. Давай, залазь. Я думала, все, папе гол. Опа! Опа! А! А! Yes! Ха-ха! Но, вышел. На дорожника. Опа! Мне! Тебе, ты не отбила. Оп, оп. Меня. Да, тебе гол. Но ты, я вижу, не расстраиваешься. Оп. А, yes! Я веду, я победитель, я чемпион. Опа. Папа, чемпион снова. I'm champion, baby. Oh, 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 it's mine. Мне гол. Я неправильно. Oh, yes. Yes. No. Ача. Вау. Потеряла под этот. Ну ладно. Подачу. Да. Я спас. О! Ач! У-ху! А давай теперь попробуем вот так. Сможешь ответить? Нет, еще рано? Нет, я не могу. Нет, окей, ты маленький, еще давай так. Она еще маленькая. Надо, чтобы она подросла. Подросла. Спасибо, Оливечка. Оп. Оп. О, чья! У-ху! Ловкость рук и никакого мошенничества. Нет. Давай. You got it. You got it. Merry Christmas. Молодец, Олечка, молодец. Хорошо отбиваешь. Отлично. Ой! Я дотронулся. Я дотронулся, поэтому мне гол, Олечка. Надо было мне не трогать. Оп. Да. Хорошо. Хорошо, смелее. Папу можешь бить смело. Папу бей смело. Я поймаю.
Бей сильнее, папе. Я буду ловить, Олег. Фу! Хорошо, давай. На позицию, position. Let's go, baby. Yes! О! Тебе сразу и гол. Ладно, это не засчитывается. Молодец, Олечка, учись отбивать, учись. Хорошо, вот так вот потихонечку люди учатся в теннисе играть, да?